В Южнинском поселении состоялась открытая сессия, на которой глава сельской администрации рассказал о проделанной за 2015 год работе и о планах на будущий год. Подводя итоги за 2015 год, глава Южнинского сельского поселения отметил, что такие отчеты – это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но и то, что еще предстоит сделать. Приоритетом работы администрации поселения была и остается социальная направленность. Муниципальной политики – это забота о благосостоянии жителей. На это и были направлены все усилия местной власти. Это позволило выполнить бюджет на 104,6%. Для того, чтобы его пополнить, привлекались инвестиции. На территории поселения строились новые предприятия. К примеру, в Южном открылся объект общественного питания. На территории жилого микрорайона «Дружба» появился магазин, что, конечно же, принесет новые налоговые поступления в бюджет. А 350 новых рабочих мест – поселение получит по завершению строительства следственного изолятора. Но и, безусловно, самым радостным моментом для жителей новых микрорайонов «Дружба» и «Заря» стала газификация их домов. Параллельно с этим местные власти решали и другие вопросы – по ремонту, грязированию дорог, отсыпке новых улиц. А также всем миром наводили порядок в хуторах и поселках, проводили субботники и убеждали население заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов, что позволило сократить количество несанкционированных свалок на территории поселения. В общем, как отметил глава сельской администрации, сделано немало, но предстоит еще больше. В числе приоритетных задач на будущий год – продолжить работы по строительству газопровода по улице Международной, ремонту внутрипоселковых дорог, замене устаревших водопроводных сетей и обустройству мемориального комплекса на хуторе Ивановский. Также глава сельской администрации взял на заметку для дальнейшего решения вопросы, которые озвучили южнинцы. Это газификация таких важных соцобъектов, как школа и детский сад, строительство на территории поселения рынка для реализации сельхозпродукции, замена старых трансформаторных сетей. Ну а в целом работу главы Южнинского сельского поселения депутаты и жители оценили положительно. От имени нашего 22-го дома большое вам спасибо. Вы просто в этом году настолько уделили нашему дому. И эти цистерны с неводными, которые 20 лет простояли во дворе, выдернули и привели в порядок наш дом. И с этими ящиками мусорными привели нас. В общем, да, что не обращались, мы вам, вы нам выполняли. Отмечая помощь жителей и руководителей предприятий, глава сельской администрации в завершении сессии вручил благодарственные письма. Наталья Колесникова, Сергей Гриценко. События и люди.